Всем привет! Сегодня с вами Далер Кузяев, я Андрей Мостовой. И сегодня мы сыграем в игру. Мы узнаем друг друга. Мы проверим, кто лучше друг друга знает. Знает, да. Знает. Понравилось. 15 января. Какого года? Просто. 93-го. Я должен показать? А, я год свой не написал. А у меня. Кстати, я самый первый его поздравил. Помнишь? Нет. Даже это было... Это ноябрь, да? Да. Ладно, пусть будет 4 ноября, 97 год. Наверное, ты был очень близок. Да? 5-го. Блин. 001. А как, ты меня поздравил первый? Ну, помнишь? Нет. Где? Все. Если Андрей, я знаю. А, у меня меньше стал. Сто восемьдесят три рост. И вес. И вес 77. Что, ну почти угадал. Рост 182. А вес? 77. Блин. Андрея. У Андрея вес постоянно колеблется. То вверх. Ну, перед сборной всегда поменьше становится. Ну, рост 180, а вес... Это сегодняшний был. 79. Блядь, чуть-чуть я под... 78. Ну, что ты рассказываешь? 79. Иди, пойдем, узнаем. У него на сборах 81 вообще был. Это перед сборами. Это после отпуска, это можно. Ну, не можно, конечно, но это... Конфузы такие происходят иногда. А какая у тебя позиция? Он универсал. Вот скажи, кстати, какая у тебя позиция? Старый полузащитник? Старый полузащитник. А какая у меня левая? Я же отвечаю. Отвечай. Да. Я думаю, Робен. Нет. Кто? Ну, я думаю, из нынешних. Мбаппе. Кстати, он забил сейчас гол, да, нам. Так, Далера, у тебя кто? А, Модрич, я думаю, Далера. Нет. Нет? Хави. Надо было как-то определить, кто прошлый, кто играли сейчас. А, я знаю. А, где я играю? Да? Андрей бы хотел играть в АПЛ. Да. А Далер в Ла Лиге в Испании. Сорвалось ее, конечно, там. Годик назад. Чуть меньше. Сосуоло. Молодец. Так что я люблю? Так, а что ты любишь, Садалер? Давай ответь на мой сначала. Литербол твой. Вырежьте это. О, хоккей. Ты занимался, да? Ну нет, я хотел пойти. Ну я из Омска. Да, из Омска, родители меня отправят. А ты что, Садалер? Бег с препятствиями. Чего? А, нет. Биатлон. Биатлон. Чего губерниево похож? Теннис. Блин, точно, теннис. Как я забыл. Ё-моё. Балл просто упустил такой. Какой счет у нас, кстати? Да его не считает. Ясно. Далер в драме какой-нибудь хотел бы сыграть. Любовный. Нет. Нет? Триллер. Ну, нет, Лер, тебе больше подошло бы. На камеру не буду говорить. Типа там... Андрей, на самом деле хотел сняться. Че он на меня говорит? Комедия. Это очевидно. Конечно. Андрей, а ты какой тебе... Видишь, как я тебя хорошо знаю. Триллер? Далер, ты там бы подобные песенки бы пел бы. Далер испанский изучает и на испанском поет песни, кстати. Как я их имена не знаю, какие у татаров. Как бы я свое назвал? Давай только русский, пожалуйста. Ну, без Динара, Дилара. Хорошо. Ну, блин, из русских. Из русских. Так, кто может быть? Готов? Давай.
Ну, я думаю, Андрей по-любому дочку назовет Таня. Да? Нет. А сына... Ты убери. Ты видишь, да? Сына назовет... Подожди, надо подумать. Давай. Ну, тяжело будет, я думаю. Тимур. Ты чего, Тимур? Максим и Ксения. Ксения? Ксения, мне Ксения нравится. Не знаю, мальчик, я думаю, может, Лёша. Не знаю. А девочка... Ну, не Таня. Не Таня. Настя? Аня? Александр и Мария. Ну, давай, последний решающий. Готов? Да. Он далерчик Америка. Есть там, ну, да? Да. Америка. Китай. Нет, ну да, США. Нет? Нет? Европа там есть? Нет. Азия. Ну, да. Ну, Япония. Ну да. Нет, ну почти. Ты сейчас сказал США, Япония и. И что я сказал? И Китай. Ну, два из трех. Андрей тоже США, да? Китай? Блин, нужно третий угадать. Блин, я испачкался. Что за маркет? И Европа? Австралия? Нет. Ну все, он не угадал. США, Япония, Индонезия. Прикольно, прикольно. Да, мы пойдем лучше. Всем спасибо, это было шоу, как называется шоу? Узнай что-то там кого-то еще. Кто лучше знает друг друга? Я тебя знаю, да. Да. Так что я выиграл. Спасибо, куда ты выиграл? Андрей. Куда ты выиграл? Ой. Слушайте, проветрится, здесь очень жарко, я прям не могу.